видите, получилось у нас что? Получился восьмисвечный такой подсвечник, канделябр. Еврейский религиозный такой атрибут. Поэтому вот это движение так называется. Рисуем еврейский канделябр. Я думаю, наверное, в каждой синагоге он есть. Тут вот 8 свечей по количеству этих миров или сефирот у них называется. Ну, вот те же самые чакры, которые вписаны на тело человека. Это очень символичный такой знак. Но почему у нас такой он получается? Во-первых, мы обходим лопатки, да? Которые вот так вот расположены. Да? Здесь он у нас пошла шея у человека. Вот когда мы делаем на спине, от шеи, да, от головы стоим. Мы что сделали? Развели кулаками, вот так вот, да, основание нарисовали. Обошли лопатки, вот так, да, чтобы не травмировать эти уголки. Получилось, стол нарисовали. И потом по всему позвоночнику, вот так вот, костяшками пальцев, нарисовали там вот эти вот полосы. Там даже будет видно это все. То есть как раз получается 4 костяшки, да, с первой стороны. Получается по 4 подсвечника. Вот такое у нас движение сейчас будет. Запомнили, да? То есть когда мы нарисовали крылья ангела сначала. А, крылья ангела тоже, почему так оно называется? Давайте синим. Черным цветом нарисую. Когда вот мы закончили обрабатывать трапециевидные мышцы, вот, да, вот эти. Пальцем уперлись вот сюда, мы как бы пальцем отжимаем и рисуем вот такой вот рисуночек. Как бы перышки такие рисуем. Можно крылья? Ну, как бы вверх ногами, да? Вот, то есть это как бы одно движение переходит сразу в другое. То есть пальцами прорисовали крылышки, сразу руки развернули, вот так вот, да, отвели основание свечи, опять разворачиваем, обходим лопатки, и у нас руки сами становятся в позу, чтобы нарисовать подсвечник. Вот такое ноу-хау. Давайте попробуем сделать.